В Сирию продолжает поступать жизненно необходимая помощь для населения, пострадавшего от войны. Стало известно, что в сирийский город Хараста впервые за 4 года был доставлен гуманитарный конвой ООН. Населенный пункт, где проживают несколько тысяч человек, расположен на ключевой магистрали, связывающей столицу Дамаск с центром провинции Хомс. Еще 3,5 тонны продуктов и предметы первой необходимости получили и жители освобожденного Хабаба. Это христианский городок на юге страны. Представители российского центра по примирению доставили туда еще и медикаменты. В Хабабе сейчас, кроме местных жителей, много и беженцев из соседних сел.